вами Мусыле Гылин. Сегодня я приготовлю быструю маринованную скумбрию. Разделать рыбу на филе. Хорошо посолите и приправьте по вкусу. Поставьте в холодильник на 15 минут. Снять цедру с одного апельсина и залить кипятком на 10 минут. Выдавить сок с двух апельсинов. Нарезать мелко две луковицы. 2 стебля сельдерея. Пассируем на растительном масле лук до прозрачности. Добавляем сельдерей, тушим 1 минуту. Добавляем цедру и сок апельсина. Тушим 5 минут на маленьком огне. Залить скумбрию горячим маринадом, накрыть пленкой и отправить в холодильник на 40 минут. Рыба маринуется всего 1 час. Обязательно подавайте ее с овощами. В целом блюдо получается очень вкусным. Смотрите мои рецепты, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Мусыле Гылин.